В воскресенье в Самарской области малооблачно, местами пройдет дождь. Температура воздуха днем 19-21 с плюсом, ночью 12-14, выше 0. Ветер юго-западный 4-6, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 20, ночью 13, выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, температура воздуха днем плюс 19, ночью плюс 14, юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов, юго-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.